Следователи, оперативники, криминалисты и участковые. 346 выпускников пополнят ряды милиции. Недавно они получили звание младшего лейтенанта. На службу заступят уже в понедельник. Торжественная церемония началась с посвящения. Посвящаюсь. Служу украинскому народу. Виталий Крячун – будущий автоинспектор. Родом из Днепропетровской области, работать в ГАИ мечтал со школьной скамьи. Парень рассказывает, главная его цель в профессии – снизить количество нарушителей на дорогах. Аварийность сейчас в Украине очень высокая. Просто хотелось как бы сделать его пониже, потому что в авариях очень много людей погибают. И дабы прекратить все это, именно служба в ГАИ. У нас здесь честь офицера, которую мы должны соблюдать. Никакой коррупции никогда и нигде. Юлия Дрезина решила пойти по стопам дедушки. Он несколько десятилетий проработал в милиции. Девушка мечтает расследовать преступления. Карьеру начнет с обычного райотдела. И дедушка все время говорил, что государева служба, она всегда была, есть и будет. По моему внутреннему убеждению, я вправе и буду честно выполнять свои обязанности. По моему мнению, что работа милиционера – это очень важно в наше время. Поздравить выпускников с окончанием учебы пришло несколько сотен человек. Это родители, преподаватели, сотрудники милицейских подразделений, первые лица города и региона. Вы становитесь на новую ступень в вашей жизни. На ваши плечи ложится огромная ответственность перед государством и перед народом Украины за соблюдение прав и свобод каждого жителя Украины. Наиболее успешным выпускникам вручили грамоты и медали. Для нас немаловажно, чтобы у них были хорошие наставники, добрые руководители, профессиональные работники милиции, чтобы их путь становления в течение года, двух, трех был достаточно успешным, и чтобы мы как можно меньше имели потерь вот в этот период адаптации. Хотелось, чтобы эти ребята стали достойными работниками милиции. Церемония посвящения закончилась маршем. Выпускники сделали круг почета, а затем сфотографировались на память. Ростислав Сысоев, Роман Громняк, Георгий Жилич, «Панорама».